Российские военные осуществили тестовый запуск секретного подводного беспилотника «Статус-6», способного нести ядерное оружие. Испытания зафиксировали американские спецслужбы. Аппарат якобы был запущен с подводной лодки Б-90 «Саров» 27 ноября 2016 года. Новый дрон представляет собой серьезную стратегическую угрозу для портов и гаваней США, написало издание The Washington Free Beacon. Однако больше никаких подробностей о месте и результатах проведения испытания «Каньона», так аппарат обозначает Пентагон, не приводится. Называя аппарат революционным, автор материала отмечает, что он работает на ядерном реакторе с ограниченной защитой и тем самым создает экологические риски. Официальный Пентагон отказывается комментировать информацию о пуске подводного беспилотника. «Статус-6» — это самая безответственная программа по созданию ядерного оружия, которое придумала путинская Россия, между тем заявил изданию бывший сотрудник Минобороны США Марк Шнайдер. Напомним, «Статус-6» фактически представляет собой 100% роботизированную, самую быструю в мире глубоководную атомную подводную лодку миниатюрных размеров и с инновационными стелс-технологиями. Основным поражающим фактором «Царь торпеды» является массивное ядерное загрязнение побережья с целью невозможности ведения там хозяйственной деятельности и проживания.